«Свежая кровь» в Ripple. Бывший руководитель финансового департамента Нью-Йорка и создатель BitLicense Бенджамин Лоуски и инвестиционный банкир, бывший финансовый директор TubeMogul Рон Уилл вошли в состав совета директоров Ripple. Планируется, что они займутся продвижением платежной платформы и цифровых активов проекта. Генеральный директор Ripple Брэд Гарлендхаус сказал: «Изменение системы глобальных платежей – это сложная миссия. Уверен, опыт Бена Лоуски и Рона Уилла поможет нам сделать эту цель реальностью и извлечь максимальную пользу из возможностей, которые предоставляет технология блокчейн и XRP».